На фоне новостей о коронавирусе резко вырос спрос на дезинфицирующие средства. Антисептические товары особенно востребованы в медучреждениях и крупных предприятиях. В городском округе Люберцы вот уже более 10 лет занимаются производством обеззараживающих средств. Подробности далее. Антисептические средства, хлорные таблетки, жидкое мыло и гели с дезинфицирующим свойством. На этом предприятии создается все для защитной обработки поверхностей. Профессиональные препараты невозможно найти в сетевых магазинах. Они используются в медицинских учреждениях, а также на производственных площадках, где регулярно проводят санобработку. Покупают и детские сады, покупают и санатории. Покупают и промышленные предприятия, особенно те, кто имеет какие-то пищевые точки на своем, так сказать, на своих объектах. Санитарным нормам и правилам любое предприятие должно производить работы, связанные с дезинфекцией, один раз в месяц. Но сейчас правила изменились. Из-за эпидемии коронавируса дезинфекцию проводят каждый день и повсеместно. Любые помещения и общественные объекты подвергаются тщательной обработке. Оттого и объем производства антисептиков вырос в разы. Если раньше компания выпускала около 3 тонн продукции в сутки, то сейчас сотрудники предприятия ежедневно производят 12 тонн дезинфицирующих средств. А данное предприятие, оно у нас расположено, по сути, в границах бывшей птицефабрики, но оно здесь находится с 2007 года. Мне кажется, интересное, хорошее предприятие. Сегодня оно работает, загружено в 2 смены, обеспечить Люберецкий городской округ и в том числе частично Московскую область, это предприятие в состоянии и может. Компания увеличила не только объем производства, но и ассортимент товаров. В линейке появились средства для гигиены рук. 98% дезинфицирующей продукции поступит в больницы и поликлиники. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.